перед началом этого видео хотела сказать то, что заходите на мой Discord сервер. Там можно потрейдиться, узнать полезную информацию и попереписываться в чатике. Ссылочку оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Скорее заходи, ссылка работает всего один день. Ребята, всем привет, с вами Крошка Настя. И сегодня я буду делать неоновую божью коровку. И вот моя божья коровка. Смотрите, вот такая вот она голубенькая. К сожалению, у меня нету родильки, так что будет вот такая. Я пошла на донатовский. Мне кинули первый трейд, и мне предлагают кошек. Флайрайд, дракончик. Понятно. Граунд слов, серьезно. Нет. Неоновая райд, шоколадная собака. И божья коровка, и тукан, пингвин, ред панда. Понятно. Угу, роделька и бутер. Какой же значительный бутер. Ой, он прям все решает, конечно. Райд, белый мишка и божья коровка. И еще одна божья коровка. Интересный такой трейдик. Но я не знаю, как ценится этот мишка, и тем более божьи коровки не выращены. Ну, конечно же, мне предлагают быков, которых у меня миллионы. Мне слишком часто предлагают быков, я даже не знаю, мне просто очень часто их предлагают. Райд грифон, понятно. Опять-таки роделька. Райд единорожка. Ну, у меня она есть. Ну, снова быки. Разумеется, конечно же. Райд корова. Что, простите? Блин, мне отклонили. И все? Нет. Райд золотая единорожка. Прикольно, но золотые пэты сейчас не особо ценятся. Божья коровка. И еще одна божья коровка. И еще одна божья коровка. Ну, конечно же, 4 невыращенных божьих коровки. Ну, классно. Роял яйцо. Не, ну типа оно 1500 баксов стоит. Ну, блин, ну... Нет. Машина. И мне отклонили. Райд китсуны. Понятно. Флай райд единорожка. Прикольненько. Райд капибара. Прикольно, но я даже не знаю, она типа олд. О, диамантовый дракончик, прикольный трейд. Кингби? Нет, Кингби не ценится. Райд божья коровка и золотая божья коровка. Прикольно. Райд джинджер и райд божья коровка. Райд пингвинчик и вот такой вот густ банни. Яйцо пасхальное и божья коровка. Понимаю. О, райд мишка. Прикольно. Райд золотой дракоша. Райд скелетрекс. Кстати, я его недавно на своем канале трейдила. Так что нажимай вот сюда. Вот тут сейчас появится это видео. Райд зельки. Две родельки. Вау. И еще какая-то зелька. Прикольно. 4 божьих коровки, но они не выращенные. Хоть одна из них райд. Мишка. Ну ладно, ребят, вот такое видео получилось. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока-пока. Ждите новых видосиков.